В спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» Елабужского института Казанского университета проходит профильная смена IT-территория. Ее участниками стали 80 учеников с 8 по 10 класс из разных школ Татарстана. Они не только отдыхают, но и учатся основам программирования и веб-дизайна. Все подробности далее. Смена IT-территории в этом году проводится с участием сразу нескольких подразделений Казанского университета. Ребятам на выбор предложены три направления. Создание AR-приложений на Unity с использованием Blender 3D от Института информационных технологий и интеллектуальных систем, интернет вещей и киберфизические системы от Института вычислительной математики и информационных технологий и непрактичный питон, занимательные проекты от Набережно-Челнинского института. Детки собрались очень интересные, очень любознательные. Уже сегодня первый день показал, насколько им все это интересно. На веб-дизайне они ознакомятся с двумя программами, самыми ходовыми, скажем так, в веб-дизайне. Это Photoshop и CorelDRAW. Здесь мы решили провести у них конкурс. Они создадут свои рекламные плакаты и лучшие в их группе получат призы. Помимо учебных занятий, в лагере проходят дни открытых дверей институтов Казанского университета, на которых ребята принимают участие в мастер-классах, а опытные вожатые из числа студентов Елабужского института, прошедшие специальную подготовку, подготовили для ребят насыщенный план внеучебных мероприятий, интеллектуальные, спортивные, творческие конкурсы и состязания. Сейчас у нас проходит консультация, и педагоги с радостью взялись помочь мне и объяснить все вопросы. Мне очень-очень нравится этот лагерь, ведь здесь проходит много веселых мероприятий, и мы можем получить множество перспективных и востребованных сейчас и в будущем знаний. Смена IT-территории будет длиться 18 дней. Энджи Минибаева, Универньюз.